Штрафдателем сразу. Ребят, ну что же вы в мою личную жизнь вмешиваете? Я сейчас на официальном визите. Не личная жизнь, ну, тем более в государственные задания вмешиваетесь. Пока ожидаем, просто может, сможешь сказать. Я тебе подарю электрошокер. Вот это мне сейчас понадобилось. Я сейчас был в туалете, вас там не видел. Почему же вы за мной так? А мы нас отсекли просто. А, ну.